Такой масштабной общественной приемки городских дорог еще ни разу не было. Шутка ли? Общественникам предстояло дать свою оценку ремонту целых 4 улиц. Муловского шоссе, Степана Разина, Жуковского и Свирской. Первые осмотрели Муловское шоссе. Дорогу принимаем. Единственное, с тем условием, что через год будет повторная такая же контрольная проверка. На сегодняшний момент это уже как бы принято в практику. И данное состояние дороги будет уже определено через год. На сегодняшний момент дорога принята. Общая стоимость ремонта всех 4 улиц – около 30 миллионов рублей. На каждой сначала производили фрезерование, затем укладывали 2 слоя асфальтобетона и только затем подсыпали обочины. Кстати, общественники на обочины обратили особое внимание. Это очень нужно и правильно при строительстве, для того, чтобы крошка дороги не крошилась, для того, чтобы когда идут воды, когда идут дожди, вот это место не образовалось для мусора и не провал дороги. Это очень важно и очень радостно в этом году, что у нас вот именно по техническим, значит, параметрам это предусмотрено. По завершению объезда все члены комиссии оставили свои подписи в 4 экземплярах актов приемки дорог. Оригиналы будут храниться у подрядчика, заказчика, службы технического надзора и в департаменте автомобильных дорог Ульяновской области. Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.